Печерский рассуд столицы отпустил под личное обязательство активистку Фемен Анджелину Диаш, но при этом обязал ее сдать загранпаспорт. Напомню, Диаш устроила флешмоб в администрации президента во время встречи Петра Порошенко с Александром Лукашенко. Она оголила грудь и с лозунгами «Живая Беларусь» пробежалась по залу. Анджелине вчера вручили подозрение по статье хулиганства. Об этом в соцсети рассказал ее адвокат. Как заявили в администрации президента, Диаш попала на мероприятие по поддельным документам журналиста. А вот главный пограничник Виктор Назаренко, которому там же в администрации президента во время выступления Александра Лукашенко стало плохо, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили в Госпогранслужбе и добавили, состояние Назаренко стабильное, жизненные показатели в норме. Когда он сможет вернуться на службу, в ведомстве пока не уточняют, еще проходит обследование.